Мировая безопасная северная столица устанавливает новые стандарты энергоснабжения. Лауреаты премии «Глобальная энергия» Филипп Рутберг и Артур Розенфельд осмотрели центральную подстанцию Петербурга. Это уникальный комплекс, аналогов которому в России нет. Подстанция – один из элементов будущего городского энергетического кольца. Оно поможет избежать веерных отключений электричества. По сути, это система будущего, которой уже есть альтернатива. За нее, собственно, петербургский физик Рутберг и получил международную награду. Он изобрел способ получения безопасной энергии из мусора. А можно делать из муниципальных отходов, спрессованных, из слэджа канализационного, из сельскохозяйственных отходов, из пластика, очень перспективная вещь, и из отходов дерева. Плазменные станции, которые предлагает строить Филипп Рутберг, по цене сравнимы с тепловыми, но в 6 раз меньше по площади и абсолютно экологичны, не производят вообще никаких выбросов. Их преимущества уже оценили в США, Японии и даже ЮАР, а в России пока есть единственный опытный агрегат. Между тем, именно в Петербурге производят основу таких станций – плазмогенераторы. Так что, по большому счету, северная столица – сердце мировой энергии будущего.